Я такого в Сочи очень давно не видел. Я помню, как мы ездили на Донскую, но чтобы молоко было в бочках, как в детстве. Можете со своей тары приходить. По 20 рублей, то ли 10 рублей бутылочка. А это что, у вас сыворотка? Сыворотка 40 рублей. А что можно из сыворотки сделать? Блины. А творог почем? 200 рублей 500 грамм. 12% жирности. 200, 500? Ну, 200 грамм. Вот эта штука стоит 200 рублей, да? Давайте попробуем, дайте одну. 200. Молоко. Я думаю, что мама захочет такое молоко попить. Сколько у него жирность? 3,6. Это полтора? 6. Срок годности 48 часов. А откуда она? Станица Каневская. А, с Каневской, все наше, да? Да. Сегодня нет у меня тут, у меня только по-русски или немножко. Лучше покупаем? Да. Сейчас сфоткаю вот это. Подуть, да. Мы все равно грызем. Нет, как бы не хочет, я сюда буду заливать молочко. Так. Надо же. Сдачу? Давай. О, новенькими. Это в копилочку. Спасибо. Класс. А сколько внутри литров? 200. 200 бочка? Спасибо.